собрались для награждения победителей новогодней детской благотворительной акции «Письмо Деду Морозу». В этой акции принимали участие дети от 2 до 14 лет. В своих письмах дети рассказывали интересные истории о своих делах и поступках. Маленькую часть писем вы можете увидеть на стендах в нашем зале. Все письма, конечно, повесить было невозможно. Мы получили более 2000 писем, хотя рассчитывали на 650. Вот такая активность наших детей, оптимизм, конечно, он нас очень порадовал. Но письма, которые писали наши дети, мы просто не могли читать без слез. Буквально практически все дети просят мира, пожелания Деду Морозу, очень искренние. Ну, письма очень хорошие. Письма все будут у нас отсканированы, мы их выложим на сайте, вы сможете их почитать и ознакомиться. Спасибо вам большое, огромное, за то, что вы приняли вот такое активное участие в этой акции. Значит, хочу отметить, что это все-таки был конкурс. И наградить, конечно, всех детей. Ну, вы сами понимаете, акцию, как проводит предприятие «Почта Донбасса», конечно, мы не смогли. Письма были отобраны самые лучшие. Значит, мы смогли отобрать самых лучших 33 письма. Дети, которые будут награждены стартовым пакетом «Феникс», ну и маленький сладкий приз. И еще 5 у нас наших победителей будут награждены сладкими призами народным депутатом Совета ДНР Туркуленко Юрием Алексеевичем. Значит, спонсоры нашего мероприятия, также наши друзья, которые не остались равнодушными из России к нашей акции. Значит, и сейчас я хочу выразить особую благодарность Туркуленко Юрию Алексеевичу. Значит, и хочу пригласить его для награждения сладкими призами наших детей. Здравствуйте, дорогие ребята. Благодаря вашим друзьям Почты Донбасса я узнал о ваших письмах. Многие из них я прочитал, некоторые я держу сейчас в руках. Я был очень сильно тронут вашими пожеланиями, и подобные письма не могут оставить равнодушными ни одного нормального человека. Но остаться просто неравнодушными, но это не то. Я хотел, чтобы хоть что-то было сделано для вас, и чтобы ваши желания продвинулись хотя бы немножко вперед. И максимум сделать для того, чтобы вы почувствовали, что сегодня праздник, что Новый год приближается. И чтобы вы получили свое маленькое, но детское, большое, в том числе большое счастье. Вот, значит, основную часть подарка мы отправили по почте, благодаря нашим друзьям. Но некоторым ребятам я хотел бы вручить лично. Вот письма у меня ваши здесь с собой. Прочите, пожалуйста, что мне попадаем. Значит, Уварова Ивана. Иван Иванов. Василина Владислава. Я думаю, что ему будет приятно, на память выражаем свою искреннюю благодарность и глубокую признательность за оказание спонсорской поддержки проведения новогодней детской благотворительной акции «Письмо Деду Морозу». Для меня самая большая благодарность – это ваши улыбки. Спасибо. Наступайте. А сейчас мы предоставим Деду Морозу и Снегурочкам наш. Раз они уже у нас здесь есть, они же зачем записали? Конечно, поздравьте, поздравьте. С Новым годом, с новым счастьем от души желаем, поздравляем всех. Пусть звучит сегодня в зале самый лучший детский смех. Детишкам всем веселья, удачи и добра. Невзгоды пусть останутся в прошедшем навсегда. Вот
Дедушка Мороз. Я подарки вам привез. Я привез вам море смеха, море счастья и успеха. Новым годом поздравляю. И, конечно, пожелаю долго-долго в мире жить, понапрасну не тужить. Счастья вам, здоровья. Следующие наши победители, которых мы тоже смогли наградить, а также по почте, которые получат. Я хочу выразить благодарность, опять же, так и хочу сказать, нашим спонсорам из России. Балиеву Хасбатыру Руслановичу, генеральному директору предприятия «Ирбис» города Сочи. А также Антону и Алене Лаврову, Сергею Кулакову, Павлу и Анастасии Ялиным, Олесю Счастливому, Артуру и Евгению Кармысовым, Илье Чумакову, Инне Шелест, Денису и Наталье Ахмадулиным, Антону Александре Малых, Дмитрию Марии Васильеву, Евгению Федорову, Веронике Климовой и Сергею Боляткину, Максиму и Анне Чернобрыну, Артему Толчеву и Александру, ну тут без фамилии. Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность за содействие проведения новогодней детской благотворительной акции. Они из этой акции узнали по интернету, мы с ними связались, благодаря в том числе и нашим бывшим работникам, и жителям даже нашей Горловки, которые находятся сейчас за пределами. И они искренне желают вам мира, добра, здоровья, и хотя бы маленькую толику, сладкие призы, от них вы получите. А сейчас перейдем к награждению наших победителей. Значит, в номинации «Три лучших письма» у нас Мухин Саша, 9 лет. Подожди, Саша. Саша. Агеев Богдан. Так, Парабашов Петя. Сереженко Максим, 7 лет. Кула Дарья. Жуковский Руслан, 10 лет. Мазуров Кирилл. Спасибо, сказал. Анфилов Денис, 7 лет. Голодник Диана. Пахин Ростислав. Рыжиков Владимир. Мильник Максим. Синицкая Настя. Игнатишина Карина. Клименко Никита. Дальниченко Влада. Мир однозначно в ближайшее время у нас наступит. Если мы все будем в это верить, он обязательно придет. С Новым годом! Вот вам здоровья много. Давайте все вместе поздравим друг друга. Но! Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня на вот это наше маленькое такое торжественное мероприятие. Мы очень рады, что доставили вам хотя бы каплю радости, хотя бы немножечко позитива. А скоро Новый год, скоро подарок на Новый год. И стихи читать. Вьется Новый год, вьется песня звонка. Это значит Новый год, это значит елка. Новый год, много счастья принесет, просто много радости. Дети.
детям разных сладостей, получить ужасные рады, елки новые наряды, дворики снеговиков, лед веселый скрип коньков, небо праздничный салют, Дед Мороз медаль за труд. Держи. Ох ты, зимушка, зима, наконец-то к нам пришла. Очень снега, очень много, ждем, чтоб нам принесла. Чтобы дети в Новый год, каждый, кто только смог, пожелал друг другу счастья, мира, дружбы, доброты. Все, зима, вспомнишь ты. Я лисичка, рыжих хвостик, к вам на праздник я пришла. Много-много поздравлений я с собой принесла. Чтобы дети не боялись, чтобы меньше было зла, чтобы все вокруг смеялись, мира всем вам и добра. Всем вам очень нравится, лёгочки, красавицы, звёздочки, фонарики, золотые шарики, веточки пушистые, бусы серебристые. Молодец.